Я не думаю, что там все развалится, не дадут этому развалиться. Есть люди, которые в этом заинтересованы, и это очень большие люди, очень богатые. Поэтому, естественно, недовольны, потому что Евросоюз изначально слеплен, знаете, из разных кусков. Это называется железо с пластмассой, с бумагой, с пластилином. Все вместе вот так вот слепить и сделать типа мячик или там какое-то изделие. Непонятно, из него все торчит в разные стороны. Это, ну, разные, и то, что происходит у нас, сценарий тот же. Ну, разные культуры, разные традиции. И потом каждая, так сказать, страна жила своей жизнью и хорошо жила. Я вот репортаж смотрела, например, про ту же Болгарию, которые, ну, очень хотели в Евросоюз, вступили. У них все отобрали, все западные олигархи, естественно, все плантации табака и так далее. Теперь больше Болгария не поставляет же нам ни табак, ни крема. Все это закрылось, их частное, так сказать, производство, их национальная гордость. В результате их заставили выпускать, наверное, то, что нужно всему миру, так скажем. А все это отобрали. И самое интересное, что если у них на улице тоже спросить, кто в этом виноват, они скажут: русские. Да? Вот до сих пор, я смотрела сейчас интервью, то есть женщина идет, кто виноват, это все москали и русские, у них такие же настроения. То есть это же умудриться надо так пролечить людей, что во всем виноваты русские. Весь мир считает, что и в Евросоюзе, наверное, тоже считают, в Греции, наверное, тоже считают, что во всем виноваты русские.